Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. Всем привет, с вами я, Александр Сачков. И сегодня вот мы подожгли компьютер, короче. Просто. Вот так это выглядит. Охренеть вообще, конечно. Ну вот. Смотрите, там даже трубы в компьютер горят. Видно ведь и. Вон там труба. Охренеть. Фу. Да. Короче, мы просто взяли, обложили ее газетами компьютер. Смотрите, она обгорает. Взяли мы старый компьютер, то есть не новый. Мы взяли старый компьютер и решили его поджечь. То есть, ну не поджечь, мы его решили сжечь, так сказать можно. И вот, вот так вот мы его сжигаем. Как я уже сказал, то, что я сейчас нахожусь в США, это Америка, и я нахожусь в секретном штате, который вам знать не обязательно. Вот смотрите, как это все горит, это дело. Я не знаю, сгорит это, не сгорит, но должно вообще сгореть, по идее. Хотя хрен знает, ребят. Ну, короче, это будет очень даже круто. Если это все сгорит. Мы взяли, короче, компьютер китайский, который был до этого у меня, на котором я играл в игры. То есть он не игровой, он обычный компьютер. И видите, как он, смотрите, горит. Красиво вообще. Не знаю, трубы горят на нем или как. Мы взяли, короче, там все платы, короче, все, что там было, видеокарты, всякие процессоры, все сложили туда прям. И все это нафиг, короче, сожгли. Да уж. Ладно, сейчас еще подброшу и продолжу съемку. Итак, друзья, мы продолжаем. Это у нас, так сказать, вторая часть. Так как я сейчас еще там подбросил, я там забросил всякую разную хрень. Типа я там еще газет подбросил, я там сумку какую-то старую подбросил. Да уж. Кстати, ребят, если там можно заметить, а там можно заметить, если честно, то там видно, что там осталась вот эта вот медиа, то есть аэрография, которая была на компьютере. Я не знаю, там видно будет, не видно в телефоне. Но должно видно быть, по идее. Там, короче, аэрография, просто медиа написано. Ну, там, короче, красивый был, конечно, дизайн компьютера. Но, ребят, он был реально не крутой уже, там нифига не шло на нем. Но зато теперь получился прикольный такой вот мусор, такой вот черно, какой-то белый. Да, прикольно горит. Хотя сейчас это все не сгорит. Так, ну что ж, ребят, сейчас еще же подбросим, и в третьей части мы все это посмотрим, короче. Подождите, сейчас подброшу. Итак, друзья, это наша третья часть нашего, не знаю, как назвать его, сжигания нашего компьютера. Ребят, у меня есть теперь палка, которой я буду пользоваться, ребят. То есть я могу теперь этот огонь просто его как-то так вот немного, вот так вот его как-то, кстати, смотрите, там что-то выпало, нет? Главное, смотрите, все платы сгорели и, не знаю, пластик какой-то, запах пластика, ребят. Не знаю, из-за чего, или... Да, пластика, наверное. Или пластмасса, или пластика, ребят. Воняет компьютер. Ну да, вроде что-то жжет. Вот смотрите, вот этот, как его, оттуда почему-то дым выходит из блока питания. Не знаю, у меня даже немного здесь что-то взорвалось, просто я не успел записать. А вот это вот, этот момент. Но, ребят, реально там жглось. Ну, как жглось там, ну, как сказать вам. Взорвалось немного вот эта вот вся штука. Просто она взорвалась, просто бум, и все, типа. Вообще. Ну, короче, ребят, все это, наверное, все-таки. Так, у меня что-то с телефоном стало происходить, ну, ладно. Ну, короче, вот такой вот огонь мы сделали, ребят. Из простого компьютера. Повторяю, это был компьютер Packard Bell. В нем была
видеокарта GT 320, NVIDIA GT 320, то есть GT 320, да. Самая такая, ну, можно сказать, старая модель. Ну вот и все. Процессор был Intel Core i3. То есть если сейчас у меня на новом компьютере стоит Intel Core i7, если у меня на новом компьютере, и видеокарта, если у меня уже там GTX 1080, то здесь самое такое вот простое. Ну, как-то вот так вот получилось это. Конечно, записать это было... Я вообще не хотел это записывать, но просто я хотел решил я все-таки снять видео про то, как я сжигаю компьютер, ребят. Да, там пластик что-то горит, что ли? Хрен, короче, увидишь. Ну, короче, все очень горит, тут дым просто идет. Ну, в общем, ребят, сейчас посмотрим, может, еще с чем-нибудь подкинем. Сейчас все сделаем. Итак, ребят, это, не знаю, четвертая наша часть, да? Все эти штуки. Да, кстати, вот эту штуку можно посмотреть. Вот такая она. На ней какая-то бумажка. Да, горит, конечно, круто. Это все дело. Да, я, кстати, поджег еще сумку. Если там можно заметить ее. Она валяется там. То есть сумка сейчас сожгется. Со всяким мусором, который я еще сюда подбросил. То есть так обычно компьютер не горит почему-то. То есть если его обычно поджечь, то там, не знаю, пластик не горит, короче. Если его так сжечь. Конечно, он там расплавился, там, конечно, что-то изменилось в компьютере, но он не сжёгся. А с бумагой, видимо, он жжётся, наверное, как я вижу, ребята. Да уж. Офигеть, конечно. Прикольно получилось. Ну, что я еще могу вам сказать? То, что все очень даже круто получается. Вот, смотрите, там дымок идет, можно это заметить, наверное. Да, дым идет. Все даже очень круто, ребят. Ну, что я еще могу вам сказать? То, что вот так вот получилось. Там даже бревно я подкинул. Такое обычное. В общем, как-то так я буду. В общем, вот так как-то я сделал. Я не знаю, подкидывать что-то еще буду, не буду. Наверное, надо еще пятую часть снять и все, и закончить на этом. Нашу съемку. Ну да, горит нормально, все, то есть супер даже очень, блин. Так, ладно. Все сейчас сделаем мы. Подождите. Так, и вот мы начинаем. То, что. Вот смотрите, вот. Да, сейчас мы закинем сейчас эту штуку. Так. Так, блин, не закидывается. Так. Не закидывается туда. Блин, сейчас взорвется еще она. Не залез. Обгорело. Так, ладно. Да, там дырки уже в ней. Так. Так, подожглось что-то там. Так, ладно. Не жгется ничего, короче. Ребят. Да, мы подожгли еще бумаги, потому что реально что-то не горит. Да. Я не знаю, это лампочка, что ли? Короче, хрен знает, что это. Так. И сейчас... Это, короче, пятая наша часть нашего поджигания. И, в общем, приятного вам, да. Охренеть, конечно. Зачем ты их туда скинул-то? Окей. Так, ладно. Да, там еще ботинки еще подожгут. Охренеть. Да уж. Да, пошли. Ну что ж, ребят, сейчас будет самая последняя часть, в котором мы будем жечь ковер.
Все это в этом видео, ребят, это просто офигенно будет. Короче, мы сейчас притащим ковер, потому что реально эта хрень не горит. Пластик. То есть все, наверное, загорело. Ребят, такая вонь. Так пахнет этим пластиком, блин, невозможно прям. Вообще так, такая, хотя дыма мало, но, ребят, все равно. Короче, ребят, мы сейчас будем жечь ковер. Ковер, заметьте, он не маленький, он, можно сказать, большой, можно сказать, огромный. Не средний, не маленький, такой обычный. Такой. В общем, мы его сейчас будем жечь тоже с этим компьютером, потому что нифига здесь не сжигается. То есть что-то вроде сжигается, а вроде что-то нет. Вроде, ну, короче, мы все это сделаем. Но пока что я поставлю так телефон как-нибудь. Или не ставить. Да, вот так вот круто видно будет. Ну что ж, ребят, мы сейчас будем жечь ковер. Все, короче, мы сейчас сделаем это. Мы сейчас все посмотрим. Ну что ж, ребят, мы сейчас сожгли этот, не знаю, как сказать, даже полуковер, полу... Я даже не знаю уже, что это. Но это был ковер когда-то. Когда-то это вчера и сегодня даже еще был. Сегодня он уже горит. Давайте посмотрим с другого ракурса. С это дело. Да уж, конечно. Ладно, ребят, все это теперь пошел дым какой-то. Видно то, что дым. Ну, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео и смотрите. Лайк вы должны поставить за палку и за костер. Это понятно уже. В общем, всем вам пока.